Детям картофель фри, дамам полезный сельдерей с морковью, ну а мужчинам куриные ножки. Все это не фастфуд из каких-то знаменитых заведений. Все это приготовлено в аэрофритюрнице в домашних условиях, а значит совсем не вредное. Привет, друзья! Вы на канале Волшебная еда, и сегодня готовлю 3 рецепта в аэрофритюрнице. Подготовлю все заготовки. 500 граммов картофеля нарезаю брусочками. Заливаю картофель холодной водой и оставляю на 30 минут, чтобы из него вымылся максимально крахмал. Куриные голени лучше брать не крупные, 6 штук весят всего 500 граммов. Добавляю четверть чайной ложки черного перца, половину чайной ложки хмели-сунели, 1 столовую ложку паприки, примерно половину чайной ложки соли. Перемешиваю. Вливаю 1 столовую ложку подсолнечного масла и снова перемешиваю. Оставляю мариноваться примерно 1 час. Очищенный корень сельдерея нарезаю на брусочки. Также нарезаю 1 морковь. Всыпаю к ним по половине чайной ложки сухого базилика и молотого кориандра. Солю и перемешиваю. Вливаю 1 столовую ложку подсолнечного масла и снова перемешиваю. Картофель нужно обсушить бумажными полотенцами. Добавляю к картофелю соль и 1 чайную ложку тимьяна. Перемешиваю. Вливаю 1 столовую ложку подсолнечного масла и снова перемешиваю. Готовить все 3 блюда буду вот в такой аэрофритюрнице, производитель Royalty Line. Фритюрница снабжена механическим таймером до 30 минут. Также есть механический термостат до 200 градусов. Съемная чаша, из которой при нажатии кнопки вынимается металлический контейнер с отверстиями для циркуляции воздуха. Приобрести аэрофритюрницу можно в Casa Imperiale, официальном импортере продукции Royalty Line. Ссылки и контакты под видео. Всыпаю картофель в чашу аэрофритюрницы и вставляю на место. Выставляю температуру 180 градусов. И таймер на 20-22 минуты. В середине процесса готовки можно встряхнуть картофель. При завершении цикла готовки прозвучит сигнал. Вкусный картофель фри, обжаренный горячим воздухом, готов. Приготовлю сельдерей с морковью при температуре 180 градусов примерно 15 минут. Полезно и вкусно. Куриные голени запанирую в сухарях и отправлю их готовиться при температуре 200 градусов 30 минут.
Смотрите, какие хрустящие и аппетитные куриные ножки получились. И не только это можно приготовить вкусно и полезно. Если понравились рецепты, ставь лайк и подписывайся на канал «Волшебная еда». Впереди много интересного. Составы ингредиентов и их количество под видео.